Многодетная семья Исаевых из села Вольное тепло семейного очага хранит 47 лет. Прожить дружно более 4 десятков лет, вырастить 3 детей, согласитесь, это очень непросто. В чем же секрет? Об этом и узнала наша съемочная группа. Для супругов Владимира Григорьевича и Татьяны Ивановны семья самое главное. Один из самых важных аспектов жизни человека – то, для чего он живет, рассказывает Татьяна. Чем крепче семья, тем комфортнее и счастливее жизнь. Думали, конечно, что у нас дети будут, и родился первый, потом второй, но потом третий. И все пожелания. Да, все были. Все были желанные. Но мы их так получилось, что через каждые 5 лет, 4-5 лет у нас старшему сейчас почти 46, среднему 42 и меньшенькому 36. Так, сколько их у вас? Трое сыновей, все, да. Все получилось. Сейчас все работают, все заняты, вот поэтому сейчас их здесь нет. Но один дальнобойщик живет рядом, вот через дорогу. Средний у нас сын юрист живет через дорогу. И самый меньший с нами в одном дворе. У Исаевых дети уже взрослые. Все 3 сына состоялись в жизни, уже обрели свои семьи и сами воспитывают и обучают своих детей. Всем надо уделять внимание, но, конечно, те, которые постарше, они уже помогали присматривать меньше, но и за теми надо было присматривать до самого взрослого, не то, что так прям легче. Я думаю, нет. Я думаю, что у нас все получилось, все работают, дети, ну, в смысле, наши сыновья все работают, все невестки работают, все. И теперь внуки уже взрослые, вот уже 3 учатся. Короче говоря, нашим детям уже самим надо беспокоиться, чтобы в люди вывести своих детей. Сколько у вас внуков? 7 внуков, да. 4 еще пока в школе учатся, 3 уже учатся в учебных заведениях. Все, тоже все хорошо получается. Все хорошо. Прожить вместе прочную и счастливую жизнь – огромное счастье, и вместе с тем это великий труд. Исаевы – одни из немногих в наше время. Это семья, где чтут и уважают старших, берегут семейные традиции. Сейчас мы на пенсии, нам уже суета не нужна. Мы спокойно встаем, идем, у нас хозяйство есть. Там поработаем часик-полтора. Приходим, завтракаем. Как-то все спланировано и ежедневно, и как бы одинаково. Потом можем пойти на прогулку, как будет самочувствие. Ну да, каждый день вдоль речки. Да, далеко уходим, красуемся нашими красотами. Да. Как вот складывается ваш выходной день, когда дети вот все вместе собираются? Вот? Ну, все мы вместе собираться. Один же дальнобойщик, он приезжает как бы незапланированно. Вот, на праздники, опять же, у них же тоже своя жизнь уже, семья. Ну, приходят, проведают, посидим, поговорим. Во всяком случае, каждую неделю приходят, заходят дети. Сыновья этот, который с нами. Рядом, так он постоянно. Да, каждый день заходит. Воспитание, наверное, все главное. Приучить к труду. Это было с самого детства. Привить любовь к труду. Чтобы любили друг друга тоже. Нуждались друг в друге, сыновья. И все, слава Богу, сложилось. Вот они очень дружные. Каждый друг другу помогает, где бы они ни были, если только позвал на помощь, все без оглядки, без раздума будут помогать друг другу. Вот что такое идеальная семья в вашем понимании? Ну, чтобы прямо так все идеально было, я бы не сказала, что есть такая. Всяко бывает и хорошо, и плохо, как бы, и каждый друг за другом переживаем, если вдруг что-то не ладится. Ну, идеально. Хорошее, и хорошо не хуже, чем у других, и слава Богу. Проблем нет. Я думаю, когда нет проблем таких глобальных,
смотрит, и все хорошо, слава Богу. Остается только пожелать в год семьи этим людям долгих лет и здоровья.